Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре надувной пневмокостюм панда с коротким мехом. Вот в такой транспортировочной сумке он поставляется. Хорошая, добротная сумка с двумя лямками для комфортной переноски костюма. Так, здесь у нас специальный кармашек имеется. Вы можете подписать костюм, либо вставить сюда фотографии, чтобы различать, какой костюм в каком чехле у вас находится. Так, открываем чехол, смотрим по комплектации. Костюм поставляется в полной комплектации, имеет все, что нужно для работы, и даже немножко больше. Например, у нас есть вот такой коврик. Коврик специально для того, чтобы собирать костюм на мероприятиях. Это нужно для того, что часто бывает такое, что на локации нет чистой площадки для того, чтобы собрать костюм и его надуть. Коврик на данный момент решает эту проблему. Так, дальше у нас идет инструкция, гарантийный талон. Тут серийный номер прописывается, срок гарантии. Так, дальше у нас идут зарядные устройства, две штуки, вот такие зарядки, убираем их в сторону. Далее у нас идут комплект аккумуляторов, две штуки, специальный жилет. Что хочется сказать по жилету? Жилет очень удобный. У него широкие плечики, мягкие. За счет этого у вас не будут натираться плечи. То есть очень комфортно он сидит. Он действительно очень удобен. По бокам есть специальные штуки, которые позволяют фиксировать костюм под любую одежду, под летнюю, под зимнюю, неважно. Также хочется отметить приятные ништячки, которые здесь есть. Это отсек специальный под бутылку с водой, кармашек для телефончика, силовой кабель, который проложен от двигателя, располагается в специальной траншейке такого образа, чтобы и она, то есть удерживает кабель, он вам не мешает во время работы. То есть тоже такой приятный бонус. Так, по двигателю. Двигатель у нас расположен в специальном мягеньком чехле. Есть такая нашивка, пальцы не сувать, действительно лучше этого не делать. Двигатель имеет 4 точки крепления, здесь и здесь, то есть во время активной работы он у вас не разбалтывается и не будет вас бить по спине. Тоже важный момент. Двигатель надежный, проверенный уже годами, насчет этого можете не переживать. Коннектор имеет такой раздвоенный уз. Тут есть болтики. То есть это нужно для того, чтобы коннектор подключается к клемме аккумулятора, и во время активной работы у вас рассоединение не отключилось, и костюм не сдулся посреди праздника. Так, далее у нас остался сам надувной костюм. Выгружаем его на наш коврик. Хорошая сумка, прям очень хорошая. Так, хоп. Убираем в сторонку нашу сумку. Так, что мы тут с вами видим? Это надувной костюм панда с коротким мехом. Он вывернут сейчас у нас транспортировочной стороной. Что хочется сказать сразу? Это качество швов. То есть вы можете обратить внимание, что они закрыты. То есть есть вот специальное такое дополнительное усиление, которое закрывает швы. Это дает дополнительную прочность костюму, так как костюм сам по себе надувной предполагает активную работу, соответственно, большую нагрузку на швы, и их нужно усиливать. То есть это некое усиление швов, и к тому же он улучшает удерживание воздуха в костюме. То есть воздух
лучше держится, костюм плотнее надувается, он его не теряет. Так, швы, очень все хорошо, ровно, качественно, добротно сделано. То есть тут, ну, не к чему придраться. Что еще у нас интересное есть внутри костюма? Так, у нас есть специальная нашивка с рекомендациями по работе и с серийным номером. Вот, есть серийный номер, который продублирован в гарантийном талоне, который поставляется в комплекте. Так, сейчас мы для того, чтобы надуть костюм, подготовить его к работе, его нужно вывернуть рабочей стороной. Делается это очень легко. Расстегиваем молнию, выворачиваем костюм. Еще один важный момент. В комплектации еще у нас есть транспортировочные чехлы для ног костюма. Для чего это нужно? Вот такие вот крутые чехлы служат дополнительной защитой от загрязнения костюма. Вы, например, поработали, испачкали ноги костюма в пыль, в грязь, неважно во что. И прежде чем слаживать его в транспортировочную сумку, вам нужно одеть чехол. Тем самым, когда вы сложили костюм, опять вот, вывернули его, у вас костюм в целом остается чистый, и как будто загрязнение от ножек никуда дальше не расходится. Так. Снимаем чехлы. Обращаем внимание на сами ноги, подошвы. Подошвы сделаны из резины. Это нам позволяет добиться того, что вы можете работать по любому покрытию, абсолютно по любому покрытию, и не бояться, что эта штука протрется у вас. То есть это не кожзам, не ничего такого там хлипкого. Это добротная подошва, она оптимальной толщины, чтобы и ходить было удобно вам. То есть не прибавлять весу костюма, но и чтобы позволить вам максимально комфортно и долго работать и не прибегать к ремонту костюма. Так, мы продолжаем выворачивать нашу панду. Все, мы вывернули костюм, положили на наш коврик. Прошу обратить внимание, что коврик довольно большой, умещает большой костюм, а панда не маленький костюм довольно, и позволяет комфортно его привести в рабочее состояние. Так, это панда с коротким мехом, то есть есть еще панда с длинным мехом. Главное отличие — это мех. Во всем остальном костюмы абсолютно одинаковые. В пропорциях, в росте абсолютно одинаковые. Здесь просто у нас используется мех плюш длинноворсый, вот такой, очень приятно тактильно, очень износостойкий. Костюм проверен уже не годами работы у людей, поэтому мы с уверенностью говорим, что этот материал вам будет служить долго-долго и без каких-либо проблем. Так, далее, нам нужно подключить систему нагнетания воздуха. Прежде всего, нам нужно сделать сейчас вот такие вот действия. Так, и сейчас нам надо подключить систему нагнетания костюма. Для этого в комплекте у нас есть 1 метр гофр трубы и 2 хомута. Последовательно подключаем. Сначала мы подключаем один конец гофр трубы к вентиляционному отверстию костюма. Второй конец трубы подключаем к флянцу на двигателе.
Так, гофру мы с вами подключили. Далее нам нужно подключить аккумуляторы к коннекторам. Мы отключаем коннектор от силового кабеля и подключаем последовательно к батареям. Так, разбираем батарейки. Это лишнее. Аккумуляторы поставляются в комплекте. И характеристики имеют 6 вольт 12 ампер часов. Так, нам нужно подключить красная клемма. Красный коннектор, красная клемма. Подключаем и фиксируем. Фиксация нам позволит не переживать во время активной работы о том, что у нас что-то отключится посреди выступления и костюм сдуется. Поэтому это очень удобная вещь. Делается это довольно быстро. Вам понадобится плоская отвертка и 30 секунд времени. Все, аккумуляторы у нас тоже готовы. Следующий наш шаг — это мы будем фиксировать наши ноги в ногах нашего костюма. У нас здесь сейчас обновленные фиксаторы для ног. Очень удобные. Очень удобные и быстро, очень быстро вы можете их зафиксировать. То есть у нас такая система. Вставляем ногу. Здесь у нас крепится фастексом. Это все можно отрегулировать по вам. А здесь обычная липучка. Здесь фастекс не нужен. Вот, потому что он будет давить вам в ногу. Будет вам неприятно, как показывает опыт. Поэтому хочется отметить, что все наши костюмы, жилет, внутреннее убранство костюма основаны на, в том числе, личном опыте и опыте наших клиентов. Поэтому мы всегда открыты конструктивным замечаниям и предложениям. Как говорится, совершенству нет предела. И мы всегда, всегда дорабатываем наши костюмы, опять же, для вашего удобства, чтобы вам было удобнее работать в них. Так, вот мы зафиксировали ноги, все хорошо, надежно. После этого одеваем жилет. Делать желательно именно в этой последовательности: ноги, потом жилет. Просто потом, если вы, прошу прощения, если одеваете сначала жилет, ноги будет крайне неудобно одевать. Ну, то есть, видите, он вам будет мешать просто. Так, одели жилет. И сейчас погружаем аккумуляторы в специальные кармашки. Также хочется дополнить про классную развесовку этого жилета. То есть у нас спереди с вами специальные карманы, две штуки, для батарей, а сзади у нас крепится вентилятор. И это нам дает хорошую развесовку. То есть ни вперед нас не перевешивает, ни зад вентилятор. То есть у нас хорошо сбалансированный жилет. То есть подходит под любую комплекцию и будет вам очень вам удобно. Так, после всего этого, проделанных этих вещей, мы с вами подключаем коннектор к силовому кабелю. У нас заработал двигатель, и мы залазим внутрь костюма. Мы внутри, закрываемся. Все костюмы рассчитаны таким образом, чтобы аниматор мог самостоятельно зафиксироваться в костюме, закрыться, раскрыться и так далее. То есть, чтобы он его сам обслуживал, без посторонней помощи. Так, надутие происходит очень быстро, порядка 20-30 секунд. Вот у нас уже купол костюма надулся, все готово. Смотровое окно у нас ромбической формы, что добавляет нам дополнительного осмотра по всем сторонам. Так, у нас вот руки, все подвижно. Здесь тоже все двигается, все хорошо.
ноги зафиксированы, вот можете обратить внимание. У нас вокруг довольно много пространства, то есть все хорошо. Вот можно походить, можете посмотреть, то есть все видно абсолютно, что вокруг происходит. Можно попрыгать, то есть костюмы позволяют работать очень активно. И при том аниматору легко. У нас нет никаких веревок вокруг, то есть ничего дополнительного, никаких дополнительных поддерживающих элементов у нас с вами нет. Костюм надувается самостоятельно, это самостоятельная оболочка, которую аниматор, видите, совсем не поддерживает. Вот она стоит, я ее не держу, абсолютно. Мощный двигатель надувает весь костюм и удерживает его. И это очень облегчает работу аниматора в середине. Относительно китайских дешевых аналогов, где здесь у нас все увеяно дополнительными веревками, чтобы удерживать костюм из-за слабых двигателей. Здесь такой проблемы нет никак абсолютно. Вы просто направляете костюм, куда вам нужно идти, и идете. И не акцентируясь на том, что нужно его куда-то еще удерживать и поддерживать, чтобы он у вас не упал. Так, для того, чтобы выйти из костюма, мы с вами расстегиваемся вот таким образом, вылазим, улаживаем костюм на наш коврик и отключаем систему нагнетания воздуха. Снимаем жилет и слаживаем костюм в обратном порядке. Если у вас возникают дополнительные вопросы касательно работы, обслуживания пневмокостюма, либо индивидуального пошива персонажа, вы можете писать, звонить в любое время по контактам, которые будут закреплены в описании к этому видео. И также помните, что пневмокостюмы компании Show Plus – это лучший инструмент для вашего бизнеса. Всем спасибо за внимание и остаемся на связи.